Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні 30-гадовы юбілей означає гомельський вагонний участок беларускай чыгункі. Падтапленні зафіксаваны ў двух районах Гомельскай вобласці. З пачаткам паводкі пагоршылася якасць вады ў калодзежах. Знакаміты вакальны гурт «Чысты голас» выступіў у Гомелі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сегодня в областном центре проходят мероприемства, присвященные 30-годию дня створения Гомельского вагонного участка. У программе встреча керавництва предприемства с представниками СМИ, демонстрация экипировки международных рейсовых техников и деятельности подразделения белорусской чыгунки. Сегодня у его штате свыше 1000 супрацовников на узброении, парк с большим 200 вагонов. Забеспечиваются пассажирские сносины с Минском, Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером и иншими городами. Ну, сейчас вот рассматривается перспектива организации поезда Гомель-Чернигов бизнес-классом, ну и электроподвижной состав, те, которые у нас курсируют сейчас 708-707 номером Гомель-Минск в семивагонном исполнении, тоже будут закупаться до 2020 года, планируется к закупке до 2020 года, но это будет касаться скорее направления Прибалтики. Больше подробный материал глядите у наступном выпуску, а покуль до инших тем. Подтопление поводковыми водами у региона означаются у двух районах. Интерактивная карта несприяльных з'яв размещена на сайте МНС. По оперативных даденных, улику потерпелых от поводки Петраковский, Рогачевский районы. У первом подтоплении зарегистрированы на 4 участках дорог, у другим – у двух населенных пунктах. Прогнозуются так само несприяльные з'явы у Житковицким районе. До речи, с початком поводки погоршилась якость воды у некоторых колодежах. Ее протяглое уживание может привести до отручивания, особливо у детей. Разом с представниками Центра гигиены и эпидемиологии проверкой колодежа занялся и наш корреспондент Олег Сентюров. Полова 9 годины раницы Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии. Сегодня его супрацовники повинны взять анализ колодежной воды у вёсцы Калинина. Пол-литра для микробактериологичного и литр для химичного анализа. Централизованного водозабеспечения в этом населенном пункте нема и николи не было. Правда, взять анализы из всех колодежов одразу не отрымливается. На допомогу приходить местовые жихары. У связи с тем, что ведры часто крадут, вязковцы отдают перевагу уластным емистостям. Правда, это приводит до того, что вода у колодежах забруживается еще и от внешних причин. Из мазута, как трактористы другие приезжают, грязное ведро вытягивает, вода там, например, с радиатора выкипела, дали чему надо, и он своим ведром лезет сюда. Потом после его уже воду эту уже не будешь пить, после этой мазута. Специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии попереживают, навод, коли у колодежной воде нема ниякого паху и на выгляд она сдается нормальной, подчас поводки лепш все ж таки накировать ее на анализ. Спочатку отручивание звычайно выявляется у детей, потом починают хворить дорослые. По этой причине робить дитячие сумеси на колодежной воде увогуле не рекомендуется. Лепш выкористовывать бутылированную воду из магазинов. Правда, прислуховываются до этой парады не усе и экономить по сутности на здоровье. Коли вода у колодежах дренная, людям рекомендуют набывать воду у бутыльках. Правда, обидеться это не танно. Вот такая 5-литровая бутылька чистой воды каштует 2 рубли 50 копеек. А теперь просто арифметика. На семью с 4 человек таких бутылек, что день необходимо около 6, это 15 рублей, у месяц 450. Анализы колодежной воды из Гомельского района оперативно доставляются в областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Специальная сумка холодильника гарантует, что вода подчас транспортировки не спсуется. Зараз вязковцы могут самостоятельно заработать и экспресс-анализ, але его выники нельзя лечить 100% правильными. Докладные данные можно отримать только в лабораторных умовах. Полный микробактериологичный и химичный анализ займет около 5 дней. Наибольше часто подчас поводки колодежная вода забруживается нитратами, а не находит у ее так само аммияк, нитриты, сульфаты и железо, плюс разностайные бактерии, яких быть увогуле не повинно. Любое наличие болезнетворных бактерий – это уже не норма и это запрет на употребление этой воды в питьевых целях. Но в целом, конечно, качество воды в этот период, даже если где-то проводились отборы, оно в разы хуже, чем в обычные другие внепаводковые периоды. Колодец, он, конечно, хоть и надежный и дешевый источник водоснабжения, но сам по себе он так устроен, что не является самым ненадежным, даже правильно обустроенный. Поэтому мы сейчас вперед паводка об этом и говорим. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Сегодня у Гомеля пройдет акция под назвой «Увага, мотоциклист». Профилактическое мероприемство будет организовано на площади Повстанья с 17 до 18 годин. Акция проводится в мэтах своечасового продухиления и профилактики дорожно-транспортного травматизма. У ходе мероприемства представники мотоклуба «Железные браты» совместно с Державной инспекцией будут раздавать памятки с напомином про неухильное выполнение правил дорожного руху. Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер, Гомель» запрошая поговорить про домобудаунитство в области. Что больше запотребовано? Индивидуальные домы або кватеры? Кольки каштует квадратный метр? Тихуткая эта справа побудовать або набыть жилье. Удельники программы разом с глядачами разглядят пытания домобудаунитства из позиции белорусских традиций. Добрый вечер, Гомель. У прямом эфире сегодня в 20:40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. Знакомитый вокальный гурт «Чистый голос» сёлета означает свое 25-годие. Зараз коллектив находится у великим гастрольным туры по городах Беларуси. С концертом музыканты завитали и у Гомель. Об творчих планах и подрыхтовцы до юбилею артисты рассказали нашим корреспондентам. Это небо для нас за плячыма десятки музычных программ, тэатралізаваных проектов и тысячи километров гастрольных маршрутов. Напередзе сустрэча с прыхильниками и презентация новых твораў. У Гомеля артисты завітали усяго на один вечер. В Гомеле нам особенно приятно выступать, потому что у нас всегда вот после Гомеля какие-то особые ощущения теплоты вот после концерта. Это не, ну, не слова, это действительно именно Гомель. То есть давно мы не были вот именно на концерте для зрителей, которые придут по билетам. Поэтому у нас такое немножко волнение присутствует в хорошем смысле. И мы готовы подарить гомельчанам нашу любовь, теплоту, наше творчество. Вокальный гурт «Чистый голос» уже несколько месяцев находится у великим гастрольным туры. Гэты год для артистов особисты. Музыканты рыхтуются до важной даты у творчей биографии. В этом году нам 25 лет. И концерт наш сегодня будет состоять из разных произведений, в том числе и какие-то новые произведения, которые мы обкатываем перед нашим сольным концертом, большим юбилейным. Дарэчы, усебеларускім турам и великим концертам святкаванні не обмяжуются. Солисты рыхтуюць и іншыя сюрпризы своим прыхильникам. Диск, да, диск будет готовиться наверняка. Будет какой-то к этому юбилею выпущен из лучших песен, на наш взгляд, за вот эти вот годы. Великий концерт с нагоды 25-годзя коллектива пройдзе на сцене Палаца Республики у суправаджэнні президентского оркестра у лістападзе. Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский театр клоунады и пантомимы «Без слова» трымал специальный приз международного фестиваля у Одессе. Беларусь была представлена у гэтым творчым спаборництве в упершыню. Сёмы фестиваль клоунов и мимов «Комедиада» примеркованы до Дня смеху. У Одессу приехали артисты из Польши, Франции, Израиля, Венгрии и США. За звание лепших змагаліся больше, як 70 удельников с 12 краин. Гэта сусветно вядомыя мимы и клоуны. Специальный приз гомельскому коллективу вручили организаторы – театр «Дом клоунов». Дарэчы, коллектив «Без слов» на протягу 5 годов дзейнічаў при Доме культуры «Випра». Сёння ён мае статус театра клоунады и пантомимы Центра инклюзивной культуры. Но со временем к нам стали подтягиваться такие же интересующиеся люди, не только пантомимой, но и комедийным своим внутренним миром, клоунадой. И наш коллектив стал расти. У слабослышащих есть большой плюс. За счет выраженных жестов и мимики, они уже, выходя на сцену, они уже артисты, они уже яркие. Поэтому пантомима и клоунада – это их жанр. Гэта іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце у інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Сергей Нікярэвіч.